Челябинец, который ограбил букмекерскую контору, остался на свободе. Приговор выносил Ленинский районный суд. Инцидент произошел летом этого года. На кадрах видно, девушка-администратор находится в помещении. В это время в другом зале подсудимый следит за игрой в баскетбол, так как поставил ставку в 7000 рублей на победу. Проиграв деньги, мужчина решил силой забрать их из кассы. Он выманил девушку из комнаты, после забежал и забрал 8000 рублей. Дама пыталась его остановить, но рисковать здоровьем не стало. После подсудимый скрылся с места преступления, но его задержали. По решению суда челябинца игромана приговорили к 2 годам условного заключения.